Для конкурса дети читают стихи. Рассказывает Долгорукова Олеся. Машковская. Обида. Я маму мою обидел. Теперь никогда-никогда из дома вместе не выйдем, не сходим с ней никуда. Она в окно не помашет, я тоже не помашу. Она ничего не расскажет, я тоже не расскажу. Возьму я мешок за плечи, я хлеба кусок найду. Найду я палку покрепче, уйду я, уйду в тайгу. Я буду ходить по следу, я буду искать руду. И через бурную реку строить мосты пойду. И буду я главный начальник, и буду я с бородой. И буду всегда печальный и молчаливый такой. И вот будет вечер зимний, и вот пройдет много лет. И вот самолет реактивный, мама возьмет билет. И в день моего рождения тот самолет прилетит. И выйдет оттуда мама, и мама меня простит.